Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами будет видеообзор на вот такую вот игру. Ее я купила в фигпрайсе за 99 рублей. Падающие блоки, как типа Тетрас, это вот только вот настольная игра, без батареек. Вот. Так вот она выглядит сбоку. Так немножечко фокусирует. Вот, 56 блоков различной формы. Мы их тоже пересчитаем, потому что у меня предыдущая игра, я тоже делала обзор, там оказалось 100 фигурок за место 98. Поэтому здесь, я думаю, тоже будет побольше. Вот, игровое поле в набор у нас входит. И игровой кубик, даже кубик, вот. А я когда покупала, даже не заметила. Я думала, они просто, ну, думаешь, там, суешь, какие там более-менее подходят, чтобы, как бы, получилось полностью полотно, без всяких таких вот дырочек. Я почему-то так подумала. А тут даже, видите, кубик входит. Вот такая игра. Плюс 6. Так, и сейчас мы с вами ее откроем. Там я уже вижу что-то интересное. Диск, кстати, он кажется такой гигантский, большой. Тут это не вылазит. Такие они красивые. Здесь, кстати, на вид они прозрачные. Здесь непрозрачные. В таком мягеньком мешочке. Что такое? Не лезет. А, я, наверное, еще не с той стороны ее открыла. Точно, еще не с той стороны. Та-дам! И все. И коробка пустая. Я думала, тут хотя бы еще будут правила какие-то. А тут, ну тут, в принципе, вот они, правила на самой коробке. Вот. В принципе, я никогда сами коробки не выбрасываю. У меня все игры, игрушки, которые вот их много, у меня всегда хранятся в коробочках. Даже техника, я все храню в коробочках. Так удобнее. Ну вот она, смотрите, сама. Там она, кстати, на коробочке была красная, здесь синяя. Вот она стоит. Устойчивая довольно. Здесь вот по бокам циферки есть 1, 2, 3, 4, 5 до 19. С этой стороны есть. Тут поле гладко. Здесь, кстати, они выпуклые. Может быть, кстати, для слепых, наверное, удобно. Хотя не знаю, насколько это удобно для них. Вот здесь тоже у нас циферки идут от 1 и вверх. Приделаны на болтики довольно хорошо. Здесь вот она, видимо, тут скрепляется. Так, а внизу? А как же они потом вылазят-то? Я думала, они внизу падают хотя бы. Тут, кстати, вот брак, наверное. Как-то не очень удачно. Ну ладно. Давайте ее пока вот тут положим. Посмотрим наши детальки. Ага, вот кубик большой я вижу. Сейчас мы с вами посмотрим их. Так, их у нас в наборе. Сколько я говорила? 56. Сейчас мы их посчитаем. Опа. Кстати, кубик такой прозрачный. Красив, хотя он, наверное, они его уже так потерли, как будто в него уже играли много раз. Да, тут нарисованы все фигурки, наверное, которые есть.
Звездочка, не знаю, что такое. Так, раз. Все, 5,56. Ну да, их 56. Лишнего не положили, а жалко. Я бы хотела. Так, ну тут вы смотрите, у нас по одной штучке немножечко, тут какие-то рекордики. Так, ну давайте попробуем, наверное. Полосочка-то вот, я думаю, точно пролетит. О. А как интересно пролетает такой. О, он еще и застревает там. Он еще там и застревает. А вот интересно, какую-нибудь бы штучечку, которая будет сверху. Или он так должно быть? Я сомневаюсь, что так должно быть. Ну, давайте, ладно, их побросаем. Сейчас мы попробуем. Ага. Полосочки. Давайте вам вот так, наверное, лучше. Ну, короче, там кидаешь кубик, какая попадается. То есть один, там еще цвет загадываешь, ну, синенький. То есть один кидает, допустим, синий. Второй кидает, ага, вот такой вот у нас фигурочка, а, ну вот, кидает следующую ее, не хочет. Ну и вот так вот все цвета, вернее не цвета, а фигуры. Интересно мне становится, как ее потом вытаскивать оттуда вон. То есть я просто сложу туда, как они есть. Ну, допустим, ладно. Мы, допустим, все сложили, да? Теперь мне интересно, как они оттуда будут выходить. Да, вылазят они не очень хорошо. Они просто там застревают. А, вот. Да, они довольно мягенькие, можно просто чуточку их вот так вот приоткрыть, и они сразу все вылазят. Давайте также, наверное, я попробую, хочу засунуть все, какие есть. Так, насколько они мне, интересно, тут помещаются. Я думаю, вот она. А чуть-чуть ниже. Думала дунуть. Дунуть тоже не помогает. Интересно, поместятся ли они все. Но они тут застревают у меня почему-то. Так, сюда. Это мы сюда положим. Это положим сюда. Не знаю, их тут гораздо меньше, наверное, я бы сказала. А почему они застревать стали у меня? Где еще тут? Да, в принципе, знаете, можно купить еще вторую такую. Играть, допустим, детям либо на перегонки, кто быстрее заложит, допустим, первый ряд. Или там какую-то одну полосочку. Либо можно все вместе сюда сложить и все вот эти вот сюда вот отправить. Либо можно таким образом. Слушай, почему-то они застревают. Прям, смотрите, тяжело проходит. Там надо... Ну, вообще-то нет, наверное, нет. Не откроешь, не проверишь, больно. Не буду дальше впихивать их. Да, довольно сложно. Я на самом деле думала, то, что здесь будет открытое. И когда они каким-то образом там сами собираются, да, в один ряд, они просто отсюда будут выпадать, и все. Я думала так, честно говоря. Поэтому я и взяла. Взяла, в принципе, ее для себя. Думаю, иногда вот так вот заняться нечем.
Хочется за столом посидеть, с чем-то поковыряться. Думаю, блин, можно взять такую игру и спокойно посидеть. Да, в принципе, можно, но нужно ее выбирать еще. Открывать, смотреть и выбирать, потому что она заехала еще неправильно, наверное. Потому что довольно сложно все это. Я еще когда покупала, я еще об этом думала. Ну, в принципе, так вот у нас получился такой обзор. Расскажите, напишите в комментариях, какие попались вам. Попались ли других цветов, может быть, есть красные еще. Вот, потому что на упаковке нарисован красный. Вот. Понравилась ли вам такая игра? Играют ли ваши дети? Вот. Может быть, из этой игры какие-то придуманы еще игры. Мне было бы интересно очень. Вот. Подписывайтесь. И всем пока-пока.